Когда я в детский дом пришел, ничего не умели делать. Только сидели в одной комнате. И только горшок, потом полы мыли. Все, только у нас был такой это. Другой способ такого не был, который мы сейчас, у нас очень большой жизнь изменился, как раньше. Раньше такой был, а сейчас такой, слава Богу. Очень был строгий. Но потом, когда начали, не умели умыть, зубы чистить, эти, никто, никому не надо были мы, только Богу надо, мы нужны. Начали постепенно, все, жизнь поднялся. Потом все, начали опять учиться, считать, все постепенно, постепенно начали. Потом начали вот так праздник и поднялись так. Мы не думали, что мы так будем, как большие люди будем. Но это невероятно, что я так буду так жить, как люди. Я думал, я не знал, что так мы будем учиться, не писать, не это, не думал. Когда волонтеры пришли, Света постепенно начали умываться, начали за собой ухаживать, уже начали потихоньку, начали они учиться нас. Потом у нас мы начали игрушки, потом про Бога песни пели. Потихоньку, постепенно так у нас начал жизнь. Мне нравится малярам, это нравится шпак делать. Мужская работа мне нравится. Но когда, дай Бог, большой буду, буду малярам работать, дай Бог. Вот когда мы маленькие были, ну не так маленькие, где-то 15-14 лет. У нас группа в детском доме. Так, это мало-мало, вот так это видели. Ну, у меня, когда они делали, у меня тоже охота была в таком этом строителем работать. Но я не думал, я думал сначала, я не смогу. Но потом смотрю, у меня это желание есть, я что могу это делать. Шпаклевка, краска, работать, это делать. Но мы должны показать другие люди, думают, что это они не могут так работать или показать. Не, они так думают, а мы так не думаем. Мы должны показать их, что мы так сможем делать все. И они должны в шоке, чтобы как мы так можем все делать. Самостоятельно жить хочу, самостоятельно хочу все сам делать, как которые сейчас люди на улице работает все это. Я сам тоже был в детском доме, потому что я уже знаю, как дети со мной, это надо как с ней обращаться. Ну, мое желание после вот этого центра, потом дети еще придут, дай Бог, и я хочу до конца здесь работать, как для Бога помочь. Это нелегко, что мы сейчас все делаем, но постепенно, дай Бог, еще жизнь впереди есть. Все.